Три года в браке и три года на раздел имущества. Но одна головная боль.
любит, то это уже счастье. Я за любовь. А жить с нелюбимым – это кошмар. Даже если он называется семьей. Девочки, предлагаю все-таки выпить за дату. Давайте. За тебя, Веронти. Ох, спасибо, подруги. Девочки, с вами так хорошо. А замуж я все-таки хочу. Ну, сходи. Полгодика побудешь, а больше не надо. Считай, отметила. Ну какая все-таки-то невозможно, я. Время-то летит. Все-таки 30. И что 30? Да просто ты ждешь своего принца на белом коне под алыми парусами. И правильно делаешь. Машка, Маша, тебе легко говорить. Вот ты с Сашкой из 10 класса вместе, да? Да. Даже не помню, чтоб ты еще с кем-то встречалась. А я и не встречалась. Вот. Пол жизни с одним мужчиной. Вы люди живут, да? А что же ты своего принца не ждала? Под Сашкой-то белого коня что-то не наблюдается. Понимаете, девочки, вот когда встречаешь своего человека, то это сразу же понимаешь. И не ждешь, и не ищешь никого. То есть твой Сашка идеален? Ну, идеалов не бывает. Всегда надо в чем-то уступать. Ну да, ему хочется налево. Так уступи его желанию. Девчонки, это как в том анекдоте. Знаете, как мужа надо любить? Нет. Ну, как собаку. Любить, ласкать, и на ночь гулять пускать. Ты же мудрая женщина. Да, мудрая, и замужем 10 лет. Ой, нашла чем хвастаться. Да не пожила толком 10 лет пелёнок до горшка. А дискотеки по четвергам это ей жить. Вот зато у меня сын и две девки разжила. Девочки! Девочки, шампанское не ждёт? Ну что, да. Я предлагаю тост. За любовь. О, отлично. Знаете, как у Лопе де Вега. Любовь нам открывает дань. Не от неё ли мы узнали нам предназначенный удел? Любовь. Живительная сила волнует, будет и тревожит. Любовь – враг тупости и сна. И тот, кому она пришла, невеждой быть уже не может. Браво, Лида! Ты читаешь классиков наизусть? Да. Да, ты у нас романтик. Да, я такая. Ой, Верунчик, угощайтесь. Я помню, что твой первый был козёл. Точно. И предпоследний козёл. Ну, столько нервов вымотала. Ну, девочки, если по теории вероятности нормальный мужчина только один на миллион, все равно надо верить, что однажды ты встретишь именно этого одного. Надо искать, и мы тебе в этом поможем, да, Дрошуля? Да. А. Но я за то, чтобы свое счастье строить своими руками. Ну, присматриваться к мужчинам, которые тебя окружают. На работе, например. Маш, у нас там бабский коллектив. Особо не присмотришься. Нет, директор холостой. Вот. Но он уже в годах. Ну вот как это называется? На работе бабы. Да? Ну, кафе так долго выбирала, так здесь сплошь девочки и официанточки. Бабы повсюду. Уж не знаю, куда от них деваться. Никуда. Девочки. Девочки, а я замуж хочу! За официанта! Ах! Можно за официанта. Лишь бы хороший человек был. Так, Верочка, милая, так ты заслуживаешь гораздо больше, чем просто хороший официант! Вот, вот все так говорят. Я ощущаю себя. Вот только поэтому я ощущаю себя бриллиантом. Тем самым бриллиантом, который хранится у какого-то индийского раджи. Чими, Чими! Ача-ача! Он настолько дорогой, что никто в мире не может позволить себе его купить. Вот и я, девочки, ну так хороша, что никто близко и не подходит. Так, Верунчик, ну грусти, что у тебя еще наладится, вот увидишь. Да, Верунчик, миленькая, да разве только в браке счастье. Вот как занялась карьерой.
и девочкам присмотр нужен. Карьеры? Да. Маша, махнусь не глядя. Я и так уже заместитель главного. Через пару лет стану главным. А выше только звезды! Можно путешествовать на самолетах. Путешествовать? С моей панической боязнью самолетов? Рита, нет. Можно путешествовать хотя бы только на лодке. Нет, да. К тому же я слышала, что некоторые женщины путешествуют с мужьями. Так. А мы с Михаилом летим в Таиланд на неделю. Рождения.
Я уже стала старше на целый день. Артем. Вера. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Огромный мир, чтобы встретиться
Подробности будут? Да. Я хочу, чтобы муж мой был красивый, умный, интеллигентный, чтобы всем нравился, не пил, не играл в автоматы и не волочился за другими юбками, чтобы улыбка у него была. Так, время, драгоценная моя, какая улыбка? Хорошо. Чтобы он помнил все даты, когда мы впервые встретились, познакомились, день рождения, разумеется, тоже, и чтобы пережили, пишите, и чтобы скандалов не устраивали, пишите, и чтобы носки нигде не разбрасывал, пишите. Есть у вас на примете что-то похожее, а? Подается в постель, но не так сразу, хотя он может.
я не то хотела сказать. Понятно. Слушай, я никогда с ним не просыпалась, честно. Я просто знаю, что он такой мужчина, что может и кофе в постель, и вообще любимую женщину готов носить на руках. Откуда же он меня знает? Так он нашим юристом работал по договору. Ну помнишь, руководство его приглашало для консультации. Ну очень видный мужчина. А зарабатывают-то, дай бог, каждому. Ты меня слушаешь вообще? А, да. Ты только подумай, дача под клином. Две машины, квартира, пятикомнатная, на Кипре квартирка имеется. Но главное, что ты ему понравилась. Рид, я не верю в Дедов Мороз, особенно в идеальных мужчин. Признавайся, что с ним не так? Почему сразу не так? Ну, что? Ну, да, идеальных не бывает. Вот. Ну, он немножко бабник. С этим можно жить. Жить и думать. От кого он пришел? Кого консультировал, так сказать, по тонкому юридическому вопросу? Слушай, да? Аркадий такой видный мужчина, что ничего удивительного, что на него баба засматривает. Значит, и я должна засмотреться. Ну да. Да я этого Аркадия даже не помню. Но главное, что он тебя помнит. Ну так как насчет мужа? У меня от предыдущего нашего ужина голова до сих пор болит. Но ты подумай, непременно подумай, подумай. У меня много Веручек, привет. Выскочила к тебе буквально на минутку. Колю с бабушкой оставила, пока спит. Ага. Чего это ты? Раньше мы полгода не виделись, а теперь каждый день. Шучу. Шучу, подруга, я всегда рада тебя видеть, привет. Слушай, я насчет нашего разговора в субботу. Помнишь, ты сегодня сделала, что замуж хочешь? Мечтаю вот забыть. Ну, все что-то никак. А ты помнишь, какой на школе дружный класс-то была? И в театр ходили, в походы, и на экскурсии ездили. И рождение-то как шумно отмечали, а? Это точно. Нам лишь бы не учиться. А в остальном и мастера. Помнишь, хороший был класс. А ребята-то какие! Настоящие верные друзья! Слушай, не пойму, чего вы клоните, Марина? Помнишь Мишу? Мишу? Не помню. Посмотри на меня. Делай, как я. Того, с которым ты на дискотеке танцевал. Представляешь, он стал красавец. Ну, глаз не оторвать, ну... Ой, идеальный просто. Что решила бросить? Своего Сашку ради одноклассника? Дурочка! Я для тебя стараюсь! Слушай, Миша не женат, но очень хочет создать семью. Мечтает о детях. Знаешь, он будет очень заботливым папой. Я этого Мишу с выпускного не видела. Чем он хоть занимается? Но своего бизнеса у него нет и не такой характер. Не привык он с наглой мордой с чиновниками договариваться. Расплывчатый ответ. Я, между прочим, не помню, чтобы этот твой Миша в школе хоть что-то прочитал. У него стабильная, хорошая, достойная работа. Нефть продает? Нет. Он охранник. А что ты смеешься? Маш, о чем, по-твоему, я буду разговаривать? С охранником. Но с мужем не обязательно все время разговаривать. Можешь поверить. А если готовить вовремя? Общаться совсем не придется. Понятно. Веселенькая перспективочка. Женщине нужен мужик, сама знаешь для чего. Маша, это максимум. На полчаса занятия. А вот скажи мне, в остальное это время что я буду делать? В одной квартире с охранником. Ну, можно ведь... А! Я придумала. Буду писать письма на деревне бабушки. Вот смотри. Да, конечно. Верочка сама поступила в престижный вуз, да. А закончила с красным дипломом, а полмир объездила, накупила новой техники в квартиру. И только теперь, когда она вышла замуж, знаешь за кого? Ну, за охранника. Именно. Ее жизнь постепенно налаживается. А в субботу ты была согласна на официанта. В субботу, дорогая моя, мне исполнилось 30. Я посмотрю на тебя через полгодика. Тебе не угодишь, а? Этот хорошо, и этот плохо. Чем тебя не устраивает мужчина, мечтающий о собственной семье? Преимущественно тем, что до 30 никому не сгодился. Это нас, женщин, дофига. А мужчины приличные не залеживаются. Просто ты сама не знаешь, чего хочешь. Разговор окончен. Ой, Маша, привет. Девчонки, они по
на полчасика оставила. Вера, я что зашла спросить? Ну? Может быть, Аркадий сам зайдет тебя пригласить? Ну-ка, а что это за Аркадий? Да вот Вера хочу познакомить с одним очень перспективным кандидатом. Перспективным, значит, да? Вот как нам нужна семья, все с вами ясно. Ты чего кипятишься-то? Просто Маша кому? По тому же вопросу. А, да? И что? И ничего. Ха. Да подумаешь! Наш кандидат лучше! Небо! Пошли мне покоя! Я так чувствую, я Савелий Павлович повесит! Заказан. Буду ждать.
Получается, феечка что, была в самом делешной? А я-то думала, что брежу с пьяных глаз. Так, Верунчик, ты не очень занята? Да нет, считай, пропал день для работы. Вот и отлично, потому что он уже приехал. Еще кто? Верочка, это Аркадий! Помнишь? Конечно, такие юридические консультации сразу не забываются. Рад, чрезвычайно рад. Ну, меня ждет клиент. Верочка, позвольте признаться, я покорен. Вы сегодня просто восхитительны. Даже так? Как только я узнал от Риты, что ваше сердце свободно для любви, я понял, это шанс. Это сама судьба постучала нам в дверь и упустила. Подобная возможность — непростительный грех. И вот я здесь. А какие же у вас планы относительно моей скромной персоны? О, умоляю. Не ругайте же себя скромно, потому что вы дивно хороши. И намерения у меня самые серьезные. Что, и замуж позовете? Непременно. Непременно позову. Вы просто не представляете, какое это счастье стоять рядом со столь роскошной женщиной. Я буду носить подолка! Вы что, мягко стелите? И многим, многим вы такое говорили. Что вы? Ну как можно? Моей фантазии вполне хватает на то, чтобы не повторять комплименты. О, восхищена вашей партией. А вы не согласитесь поужинать сегодня? Такая погода чудесная. А когда стемнеет, я покажу вам созвездие Андромеды. Вот еще. Мы с вами еще не поженились. А вы уже вплетаете каких-то баб? Далась мне ваша Андромеда. Простите, я не понял, так вы согласны? А почему бы и нет? А что вы скажете насчет 8 в белом павлине? Да у вас тонкий вкус. Я уже жду этой встречи. Как много девушек хороших. Как много ласковых. Ну, как? Кто? Ну, Аркадий, мужчина мечты, Рит. Если он так поет в суде, я не удивляюсь его успеху. Судьи должны просто таять, как пломбир на асфальте. Комплимент за комплиментом женщин любят ушами. И развешивают на них лапшами. Вот скажи, если этот Аркадий такой золотой, чего ты собаку его упустила? Ему нравятся скромные. Понятно. Противоположности притягиваются. Так, а я вернула, чтобы сказать, что в семейной жизни не должно быть расчета. Подумаешь, карьера. Жить тебе с человеком, а не с карьерой. Успокойся, Машуль. Наш перспективный адвокат направлен на встречу с нашим директором. Что? Да ты с ума сошла! Молодец, Вера! Так их буржуев. Ах, если бы вы знали, девочки, как мне вот эти вот все женихи надоели. Что? Надоели? Не
Аркадий и охранник Миша. Маловато для свободного-то выбора. Будет тебе выбор! Сейчас.
Я предлагаю вам свою ручку и мотор. Простите. А вы кто? Я холодильник, ваш покорный слуга. А, вы тоже от Феечки, да? Никак нет. По собственной, так сказать, инициативе. Вы не смотрите на мое холодное имя. В моей груди бьется горячий мотор, и он безраздельно принадлежит вам, милая Верочка. Часу, часу не легче. Позвольте, уважаемый, но это я имею честь предложить нашей Верочке лапку и хвост. А вы? Мяу. Кот, ваш верный кот. Не такой уж верный. Позвольте напомнить, что не далее как в марте вы устраивали загоны на неделю и обошли всех соседских кошек. Да сколько же вас здесь? Простите за мою бестактность. Я посмел прервать этот разговор только потому, что этот кошак нагло врет. Я ваш платяной шкаф, драгоценная Верочка. И я прошу заказать мне честь. И что? Вот вы все зовете меня замуж? Я зову. Мяу, позвольте, но это я зову. Господа, этот спор сможет разрешить только дуэль. Мяу, я принимаю вызов. Усватается победитель. Мяу! Thank you.
Я даже не знаю. А господа Мазыча... Ну как это не знаете? А что подсказывает вам ваше сердце? Мое сердце? Мое сердце говорит мне, что замуж мне рановато. Рановато? Нет, господа, вы это слышали? Еще совсем недавно говорила о том, что хочет замуж, а теперь рановато. Господа, нас выставили на посмешище. Дальнейший разговор не имеет никакой цели. Предлагаю разойтись. У меня служба вообще круглосуточная, и нет времени на такие глупости. Конечно, это разумно. Еще ни одна кошка мне не отказывала. Мяу. Вот так уж и зеют одинокие девушки. Этой удачей я обязан Верочке.
какая скромница! На самом деле интриганка! Аркадий сказал, раз в нашей фирме работают такие женщины, он готов сотрудничать на любых условиях. Ну, держитесь, кредиторы! Савелий Павлович, вы на меня не обижаетесь? Ну что ты, Верочки? По правде говоря, в моем возрасте хороший юрист важнее самой лучшей жены. Ну подумайте, девчонки, поесть я могу в ресторане. Одежду химчистку, квартиру за деньги отмоют до блеска. Дети уже взрослые, у них своя жизнь. А у меня бизнес, который нельзя терять. Еще раз благодарю, Верочка. Вы, Савелий Павлович? Да. А вы сегодня такой эффектный. Ритуля, я рассказал, мне сегодня не до романтики. Пожалуйста. Бизнес превыше всего. До свидания. До свидания, Савелий Павлович. Бизнес превыше всего. Вы такой мужик солидный. Холостой! Кстати, а где ты вчера была? Я звонила, хотела в кафе позвать. А я в театре была. С Тёмой. С Тёмой? Да, с Тёмой. Так, подожди, Тёма. Это твой придурковатый сосед? Ничего не придурковатый, Лид. Чего это вас в театр принесло? Не знаю. Спонтанно как-то. Так, подожди. Ты же говорила, что замуж хочешь. Сама выбрала такого-то Тёму, да никого и не выбирала. Просто с ним хорошо и спокойно. И еще все-таки я поняла, Ритка, что хочу замуж. Хочу, чтобы меня любили и ждали. Ничего себе. Так, да он же такой невзрачный. И вообще странный какой-то. И вообще, если мужчина до 30 лет зовется Тёмой, то это о чем-то говорит. Он, между прочим, кандидат наук, приехал покорять Москву аж из Владивостока. И боишь ты? Покорю. Да, но мне не да. Без жилья, без прописки. У него квартира есть трехкомнатная. От бабушки досталось. О, ну, добрый если день. Так, то тогда... Я не помешал. Просто забежал сказать, что заеду после работы. Здравствуйте, молодой человек. Здрасте. Проходите, пожалуйста. У меня к вам серьезный разговор. Ну, голубки, какие у вас планы? В смысле? Ну вот вечером вы куда-то едете? На выставку кукольную. Верочке очень куклы нравятся. Ну да, конечно. 30 лет самое время для кукол. Ну а вообще? Что вообще, Рит? Чего ты пристала, а? Просто нам хорошо. Сейчас. Маш, ты только глянь, какое чудо оторвало наша холостячка. Здравствуйте, я Маша. А вы Вере жених? Надеюсь. В смысле? Кольцо при мне. А предложение в силе. Ой, Вера, а ты согласна? Согласна. А когда свадьба? Да хоть сейчас.
хотелось.